Наше предприятие занимается выращиванием яблок. Мы работаем с сетями, поставляем яблоки мы на всю Россию. Вот она, самая главная проблема в нашем саду. Во всех садах, но у нас это особенно тяжело бороться, это парша яблоня. То есть одна такая точка, уже яблоко теряет качество полностью. То есть мы не можем его продавать первым сортом. Нам нужно было новое средство, которое нам будет максимально сильно защищать от этой болезни, потому что сильные росы по 9 часов период увлажнения листа. У нас здесь теплая погода, отсутствует ветер, то есть все идеальные условия. Но у нас не было метода борьбы, который помог бы нам практически полностью защититься от этой болезни, и какую-то часть яблок мы все равно теряли. И вот это самая главная трудность нашего предприятия. Очень много приходится работать против этой болезни. У нас мало остается времени на уходной работы весной. Мы постоянно должны находиться в саду с обработками против парши. У нас очень короткий промежуток между обработками получается. Вот, и это вот самые главные наши трудности. Это вот парша, яблони в нашем саду. Miravis направлен напрямую на работу с паршой. Самой главной нашей проблемой. Нас это сразу же заинтересовало, и мы взялись и заложили опыт на участке 2 гектара. Испытания проводили на сорте Айдерет, деревьям уже 19 лет, собственный иммунитет уже слабенький. Самые жесткие условия для испытания выбрали, чтобы максимально увидеть эффективность. Мы более чем довольны результатом остались. Яблоки мы получили чистые на опытном участке. Когда мы приступили к испытанию фунгицида Miravis, для сравнения мы выбрали еще один SDHI-препарат, но к другому SDHI-препарату мы добавляли еще и контактный фунгицид. Фунгицид Miravis у нас был отдельно применен, также у нас был контрольный вариант. Miravis самостоятельно сработал лучше, чем другой SDHI-препарат, то есть это действительно новая молекула, которая показывает отличный результат. Также одно из главных преимуществ Miravis в нашем саду – его температурный режим. У нас, особенно весной, здесь очень низкие температуры, среднесуточная опускается порой до 10 градусов. При таких низких температурах очень мало препаратов, которые могут показать такую эффективность, но Miravis и с такой температурой справился замечательно. Мы даже не ждали, что настолько хорошо может сработать фунгицид, с учетом того, что очень долго разрабатываются новые молекулы. Мы эту молекулу очень давно ждали. И ждали, что она будет работать очень хорошо, но она работает еще лучше. Miravis имеет место в нашей системе определенно. Определенно мы будем работать с ним не один год вперед. Эта молекула зарекомендовала себя, как и все предыдущие препараты Сингенты, которые до сих пор себя хорошо показывают сквозь года, и мы надеемся, что Miravis точно так же с нами останется надолго. Тут даже придумывать ничего не нужно, с Miravis чисто яблоки становится легко.